В Измаильском морском порту после длительного перерыва более 5 лет начались дноуглубительные работы. Их выполняет земснаряд «Миотида». С его помощью происходит выемка донного грунта в районе ряда причалов и входа в затон в акватории морского порта. Дноуглубительные работы стали возможными благодаря созданию администрации морских портов Украины АМПУ, когда один из филиалов портов может оказать помощь своим коллегам. В данном случае самоотвозящий дноуглубительный земснаряд «Миотида» в Измаильский порт был направлен морским портом Мариуполя. Как рассказали в пресс-службе АМПУ, доведение глубин причалов до паспортных показателей создаст условия для бесперебойной работы портовых операторов, позволит гарантированно и безопасно принимать для грузообработки морские суда, а также увеличит привлекательность Измаильского морского порта для судоходных компаний и грузовладельцев. Судно «Миотида» сошло со стапелей судоверфи в Галаце, Румыния, в мае 2012 года и строилось известной голландской фирмой Damen Shipyards Group. Землесос снабжен новейшим компьютерным багерским и навигационным оборудованием, что позволяет производить работы по дноуглублению в диапазоне от 4 до 15 метров и отличается высокой маневренностью. Татьяна Диченко, веб-студия «Курьер».